Итак, новая посылка будет с доработкой. Прямиком из Гуанчжоу. Прибыла подсветка номера светодиодная. Первое, что нужно сделать, это проверить. Поэтому подкидываем плюс и минус. Это работает. Это тоже работает. А если переплюсовку сделать? Не работает. А вот так работает. Очень яркая подсветка. А, так. А теперь будет небольшая доработка. Итак, для доработки нам понадобится прозрачный силикон. И вот здесь вот замочки отколупываем. И прямо сверху этой платы кидаем силикон. Так, здесь опускаем. А здесь придавливаем, чтобы лишний вышел. Защелки. Оп. Защелочки. Теперь следующее. Ждем, пока застынет. Весь, который выскочил силикон, отсюда убираем лишний. В принципе, и все. Здесь укладываем. Все, теперь пускай засыхает. И потом будем ставить.